И наша следующая позиция – кольцо маркиза. Мы, женщины, любим яркие, стильные украшения. Скажи, Наташа, пожалуйста, а как правильно носить крупные яркие украшения? Действительно, ни одна модница не пропустит мимо какую-то красивую яркую деталь своего наряда. И крупные яркие украшения, они действительно уместны, но нужно их носить с однотонной одеждой, особенно они роскошно смотрятся с черным или белым цветом. Действительно, такая деталь, такое кольцо украсит ваш повседневный деловой костюм, но единственное, со своей стороны, я бы предложила не увлекаться и больше одного украшения в данном случае не рекомендую. То есть это кольцо вполне самодостаточное, и можно украсить свой повседневный офисный наряд, надеть его на работу и освежить свой образ. Но хотелось бы узнать поподробнее, что это за металл, что это за камни, которые так ярко блестят, переливаются. Итак, кольцо маркиза. Обратите внимание, прекрасные 12 фианитов от необыкновенного золотистого теплого персикового цвета. Огранка маркиза, то есть посмотрите, каждый кристалл как бы улыбается нам таким прекрасным теплым цветом. Этих фианитов в данном случае у нас 12, находятся они в центре по 6. И по периметру, посмотрите, подчеркивают их блеск и красоту, 31%. Прозрачный фианит, также круглые огранки. Посмотрите, крапановый каст, все это надежно скрепляет. Каждый камень закреплен индивидуально. Посмотрите, какие надежные крапановые касты их держат. Посмотрите, какая идеальная полировка. То есть, смотрите, да, то есть абсолютная гладкость, невозможно не зацепиться. Очень удобно, очень комфортно и надежно закреплены в данном случае камни. Да, я вижу столько камней, такая россыпь, это фианиты, это младший брат бриллианта. Вы должны понимать, что без специальной техники отличить их просто нереально. Ну и помните о цене, за такое великолепие, цена премьеры 1090 рублей сегодня и всего несколько дней после нашего сегодняшнего эфира. Поэтому помните об этом, торопитесь, пока есть все размеры. Есть размеры от 17 до 21 включительно. Нужно набрать номер телефона и сделать заказ. Все очень просто. Ну, а мы поговорим еще об этом замечательном кольце. Такой прекрасный металл, гладкий, сияющий, яркий. Наталья, что это за металл использован? Наши ювелиры в данном случае изготовили данное кольцо из ювелирного сплава. Обратите внимание, какая идеальная полировка в данном случае, что позволяет нанести очень плотно и ровно желтое золото высшей пробы, 24 карата. Посмотрите, какая роскошь и богатство, какое тепло и солнце, практически солнце заключенное, да, на этом украшении. Кольцо подчеркивает в данном случае тепло центральных фианитов персикового цвета, и само кольцо, обратите внимание, имеет форму челмы. Посмотрите, какой 3D-объем, 3D-эффект создается за счет этой формы челмы, и как бы мы его ни носили, блеск и красота будет видна с любой стороны. Я считаю, что в этом кольце соединено все. И роскошь, и изящество, и вкус. По мне, так вот этот нежный цвет напоминает мне брызги розового шампанского. Вот такая романтика. Такую романтику и красоту вы можете позволить себе каждый день. Как уже сказала Наталья, это украшение очень самодостаточное. Можно носить его в офис с обычным вашим нарядом. Вы можете украсить свою обычную блузку белую, либо однотонный костюм. Это все преобразится по мановению палочки. Я вот сейчас надела это кольцо, мне очень комфортно. Действительно, форма челмы очень хорошо садится. Кольцо не ощущается, несмотря на то, что оно достаточно крупное, на руке его практически не ощущается, оно невесомое. Ну, конечно, это было кольцо маркиза с великолепными камнями, фианитами нежного персикового цвета. Для того, чтобы заказать его, звоните по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Все достаточно просто. Ну и, конечно же, действует цена премьеры. Это акция, это специальная цена. Помните и об этом. Только сегодня и последующие всего лишь несколько дней 1090 рублей за вот это великолепие.
Итак, оставайтесь яркими, неповторимыми, сделайте свой образ невероятным. Кольцо маркиза для вас.